Ну, собственно, все, друзья. 1 января мы уже собираемся уезжать. Вот, уже все прибрали, все убрали на место. То есть ничего мы таким свинарником, как было, не оставляем, понятное дело. Все убираем, постель вся тоже убрана. За собой все всегда убираем. Потому что мы не свиньи. Все убрано, постель застелена. Машина там прогревается, потому что холодно. Сейчас уже поедем. Вот, собственно, я опухшая вся. Как-то странно, вроде бы слегла пораньше спать. Может быть, то, что салаты всякие ела, поэтому немножко такая опухшая, не знаю. Вот, все это с собой убрали, все вымыли, посуду. Это мусор, здесь пищевые отходы, здесь остальные. Вот, это уже человек-хозяин сам распорядится, как что. Там только вот две пластиковые контейнеры вот эти вот от мяса не выкинули. Ну, блин, туда выходить не хочу, там холодно. Думаю, ничего страшного не будет, потому что в основном здесь все чистенько и убрано. Собственно, вот, сейчас поедем. Поедем и, собственно, поедем до дома. Путь у нас, конечно, дальний. Еще раз наш домик покажу уже при дневном свете. Машинка наша. Такие вот домики очень, конечно, миленько и красивенько все это выглядит, деревянненькие такие, но, черт возьми, в них очень холодно. Это просто ужас. Ну, то есть не прям холодно, но не жарко. Рядом с домом эта речка маленькая. Вот у нас домик был. Речка. Потом она, ну, горная река такая маленькая. Не замерзает. Вот. Такие вот домики. Так. Лесенка из камушек. Ну, здесь, да, здесь здорово, конечно. И здесь. Ой, холодно. Холодно, руки мерзнут прям вообще. Очуметь. И вот здесь вот такая узенькая дорожка. Узенькая, приузенькая. То есть проедет только одна машина. Здесь скала, а здесь обрыв. И то есть, вот если попадется на пути машина, то придется прям сдавать назад кому-либо. Ну, здесь прям склоны такие, конечно, страшно. Приехали мы в одно место. Здесь вообще все во льду. Мост такой. И скалы. Скалы, горы. Ой, а холодно так, знаете. Достаточно холодно. Я даже капюшон надела. И перчатки. Потому что в руках просто камеру держать холодно. Нет, ну горы, конечно, это вообще величие. Только посмотрите. Вообще окружают со всех сторон горы. Вот это величие. Смотрите, какие деревья. Просто величие гор. Вокруг одни горы.
Вот так вот мы, ребята, поиграли. Немножко футбол. Согрелись немножко. И пойдем дальше гулять. А вот это прозрачное. Лед прозрачный. Видно все. Ну там вот не видно, понятное дело. А вот здесь все прекрасно видно. Все дно видно. Я понимаю, рыбы здесь не водятся. Что-то были бы плавали, правильно же? Или нет? А рыб не видно. Рыб нет. Беседка в корейском стиле. Вот мой лед, мне так и не разобился. Остановились мы в одном районе в этой провинции, чтобы покушать. Поэтому сейчас засниму, что мы будем кушать, как мы будем кушать, где мы будем кушать. Прям деревня-деревня. Это рис, все рисовые, всякие снеки. Это рынок. Это вот рынок корейский. Здесь есть где поесть, какие-то вон мини-парк или что это. Здесь всякие продукты, всякие закусочные. Можно купить все, что угодно. Мне дали собис, такое угощение мне дали. Это вот тоже рисовый, воздушный рис жареный, всякие вот такие вот штучки. Попробуем здесь тоже. Это все с гор. Все корешки. Все в горах это все собирается. Конечно же, всякие шмотки. Ну, обычный рынок. Обычный рынок, только вот корейский. Всякие закусочные, стритфуды. Я здесь сам докучу. Угу. А, я уже мяну. Хорошо. Здесь вот мы будем есть. Это какое-то знаменитое здесь место. Закусочное. Там на полу сидят, а здесь на стульях. Здесь разные автографы, передачи, в которых была эта забегаловка. Здесь много надписи какие-то разные. Народу здесь, конечно. Вот пришли одни сначала закусочки вместе с соусом. Сейчас должны еще какие-то прийти. Принесли. Для закусочки я снимаю на две камеры. И там, и сам. Ну, а что делать? Макаем соус. С картошкой, что ли? Я не знаю. Но ничего так вроде, прикольно. Принесли еще. Спасибо, он понял.
강원도 된장. 강원도 프로빈스 된장. 마음진 된장. 오르미 된장. 이 едим, сейчас я ему буду там попробовать. Ну вот так там диетическая. Ну, в плане не жирная, не калорийная, это 100%. То есть можно спокойно есть. Здесь кроме зелени, джинджан соуса и риса, в принципе, ничего больше нет. Очень. В общем, села в машину, сейчас распакуем вот эту вот штучку и попробуем. Хотя я и так знаю, что она вкусная, но для вас попробую. То есть это воздушный вот такой вот рис. Вот. На какой-то тоже рисовой штуке и с сахаром. С сахарным сиропом, карамель. Вкусненько. Это вкусно реально. Это такая сладость. Тоже малокалорийная, но очень вкусно. Потом следующее. А вот это не из риса. Скорее из теста. Шарики. Такие типа а-ля чак-чак, по-моему. Да. Типа нашего чак-чака. Здесь уже пожирнее, потому что эти шарики вот эти. Они из теста и они жареные. Шестого. Из этого съемного жилья мы выехали в 11:30, потому что обычно в корейских отелях, мотелях, гостиницах и съемного жилья любого заезд был после 2, а выезд в 11:00. Вот мы в 11:00-то выехали, ну в 11:30. И вот только-только вот полшестого мы доехали наконец-таки до дома, потому что ехали очень долго, какие-то пробки там на дороге бывали. Ну, то есть, капец. Долго. Я аж замучилась только ехать. Вот здесь наши пожитки. Это все грязное, полотенце, пижамы. Все это грязное, сразу отдельный пакет. Там у меня планшет, ноутбук, тоже там какие-то там зубные щетки, косметика, там крема какие-то.
Еще это было в чемодане в одном, а сейчас просто разделилось на грязное и то, что не грязное. Здесь наши салаты, оливьешки, остатки и как он называется, крабовый салат. Они просто не заправлены, поэтому с ними ничего не произошло. Тарелки, которые с собой брали, потому что мы брезгуем пользоваться чужими тарелками. Майонез наш. А это мы купили булочки такие. Мы были в районе, или как называется, в провинции. Сейчас. Где популярны вот такие вот булочки. Они там продаются в свежем виде. Ой, свет этот вырубился. Врубись. Сейчас я. Это популярные там булочки. То есть вообще в Корее каждый район, каждая провинция славится каким-то своим блюдом. То есть да, во всех, вот куда не поедешь, у них есть свое какое-то лучшее там блюдо. То есть этого вот, этой провинции, этого района. И они там продаются разные. То есть это как бы, я не знаю, как это объяснить. Булочка. Внутри есть с фасолью, с красной, есть с рисом, есть с кукурузой, есть с кремом. Я, конечно же, ем с кремом. И так как их не было свежими, только приготовленными, они вот замороженные. Вот такие вот эти булочки. Они мягкие-мягкие, на пару готовятся. И внутри они с кремом. Чтобы их приготовить, нужно либо в микроволновку, либо на пароварку.